Всем добрый день, девочки, как и обещала, сегодня вам покажу, как я делаю вот такие бантики. Основа у всех бантиков, которые я вам вчера показывала, она имеет один смысл. То есть это прямоугольник, размеры его – это ваше желание. Вот. Дальше вырезаем на каждом уголочке вот такой квадратик, вырезаем. Получаем как бы видимость двойного бантика. А дальше все ваша фантазия. Либо делаете травку, либо приклеиваете цветочек, либо приклеиваете какую-то блестюлечку. Ну, в общем, понимаете, вот так. Сегодня какой бантик я решила сделать? Смотрите, я беру квадрат 8 на 5. Ой, прямоугольник 8 на 5. Это прямоугольник. Так? Дальше. Мне потребуется вот такая блестящая ленточка. Вот. Я ее вот здесь складываю пополам. То есть я отрезаю два отрезка по 8 сантиметров. По 8. Сворачиваю пополам, а здесь буду ее еще вот так приклеивать. Так. Дальше. Вырезала 4 вот таких как бы травки, которые нам тоже пригодится. Вот эту перемычечку. Вот. Вот такая будет застежечка. Вот все, что нам понадобится. На всякий случай вырезала еще вот такой цветочек из черного глиттерного. Посмотрю, как он будет. Если он будет немножко темный, значит, не будем. В общем, вот, все я приготовила. Приступаем, мои хорошие. Значит, вырезаю здесь квадратик. В этом уголочке квадратик. И так на 4 углах прямоугольника я вырезаю вот такие квадратики. Вы знаете, вот эти квадратики мне потом тоже пригождаются. Я из них видели, что делаю. Приклеиваю к цветочкам. Так, вырезали. Теперь, если можете по желанию край обработать фигурным, вот так. Ну, можно обработать, можно не обрабатывать. Раз. И с этой стороны. Фигурными ножничками. А теперь мы должны как бы задрапировать. А он же плотный глиттерный. Он же очень плотный, да? Мы должны аккуратненько это все сделать. Значит, берем с одной стороны. С другой стороны. И вот так держим, драпируем. Держать надо долго, девочки. Еще я клей, видите, какой выбрала? Вот, то есть я взяла прям такой же как бы серебряный. Не знаю, как он будет клеить. Вот он, видите, какой, как глиттерный. Так, приклеился. Теперь на эту сторону заклеиваем. Так. И здесь. И здесь. Драпируем здесь. Вот так держим. Драпировочка должна очень такая быть хорошая и хорошо приклеенная. Так, ну, вроде бы. Так, и теперь последний клей вот с этой стороны. Так. Сейчас хорошо подержим. Так, ну, приклеилась. Вот как, да? Девочки, ну, я еще, я вам честно скажу, я клею доверяю, конечно, но я для прочности
обматываю еще так вот суровой ниточкой и затягиваю. Потому что глиттерный есть глиттерный. Это раз. Во-вторых, знаете, когда мы затягиваем, у нас промежуточек вот этого бантика, он становится более узенький. Вот. И мне кажется, лучше смотрится. Вот. Вот уже все надежно. Вот получился у нас бантик. Просто очень. Очень просто. Вот уже проще нельзя придумать. Но бантик будет интересный. Так, сделали бантик. Теперь, как я говорила, вот такая ленточка у меня блестящая. Почему-то мне вот пришла идея именно сделать из нее. Вырезала 8 сантиметров длиной. Так. И теперь я сюда сейчас, в серединку, вот так приклею к этой ленточке глиттерную вот такую загогульчику. Посмотрите, как. И теперь так пополам. И здесь. Пополам. Как бы она у нас в серединке. Вот. Сейчас нам надо хорошо, потому что мы это будем делать зажигалкой. Вот. Сделали. И теперь зажигалочкой. Вот. Вот такая деталька у нас получилась. Видите? Сейчас просто прикинем, как у нас это будет. Нормально будет. Он оттеняет, видите, как черный, а здесь темно-серый. Замечательно. Также делаем. И вторая часть у меня уже сделана. Еще раз пройду. Так. Так, мои хорошие, сделали. Теперь что мы делаем? Мы должны приклеить эти полосочки. Так. Значит, эта полосочка идет сюда. На эту сторону. А эта идет сюда. Вот. Видите, какой у нас бантик вырисовывается хороший. Все-таки я ниточка перетянула. Вот эта перемычка поуже смотрится хорошо. А теперь смотрите. Вот проще нельзя уже придумать. Вот эту перемычку, которая нам как бы поможет прикрепить. Вот так. Вот как. Видите, как все чисто. Вот. А теперь мы ее клеим. Приклеиваем. Что-то такой густой клей. Видать не могу. Аж видите, поднимает. Очень густой. Так. Все. Теперь с этой стороны и эту часть. Так. Приклеили. Видите? Все чистенько. А вот теперь вопрос. Что нам лучше приклеить? Значит, либо мы приклеиваем. Сейчас еще.
Либо мы приклеиваем цветочек черный, либо мы приклеиваем вот такую блестюлечку. Вот что хотите, мои хорошие. Вот на ваше усмотрение. Вот такой тоже смотрится хорошо. Давайте приклеим его. И вот такой бантик у нас получился. Смотрите, он чуть-чуть поменьше вот этих бантиков. Видите, они все разные. Но вот это может прям служить такой заколочкой. Даже, знаете, как маленькой, как бабочкой. И такой может быть. Вот. Вот такой бантик у нас получился. Так, смотрим. Если мы вот эту серединку приклеим, это будет лишнее. Может, даже эта серединка пойдет хорошо. Сильно громоздко. Мне кажется, вот так оставить нужно. Вот и все. Вот такой бантик. Девочки, разве сложно? Абсолютно сложного ничего нет. Это прям для самых начинашечек. Еще у меня есть вот такой цветочек. Сейчас я посмотрю. Чего только нет, мои хорошие. Ой, и розочки маленькие, и розочки большие. И, ну, чего только нет. Сейчас вот эту, наверное, розочку сделаю, мои хорошие. Так, так, пушистик. Тоже хорошо смотрится. Вот вы знаете, в свое время столько всего понакупали. Видимо-невидимо. Вот всего полно, девочки. И так жалко же, хочется. Вот, сейчас сделаем двойной бантик. Вот он какой. Ой, какая красота, мои хорошие. Вот такой. Это готовые такие вот бантики. И розочки маленькие готовые. И кружево есть черный, красивый тоже здесь. Вот так. Вот такой мы бантик сегодня сделали. Все, мои хорошие, на сегодня все. Все сделали, что хотели. Всего доброго, до скорой встречи.